чем сыграть эти две песни, я просто хотела сказать, что это за песни. Дело в том, что Лист обработал очень много песен Шуберта, а у Шуберта песня занимала очень серьезное место в его творчестве. Он написал более 600 песен, и они, пожалуй, наиболее сокровенно раскрывают его внутренний мир как композитора, как романтика. И две песни, которые сейчас прозвучат, они входят в так называемый цикл «Лебединой песни». Дело в том, что после смерти Шуберта было найдено некоторое количество его песен, которые он написал последние полтора года жизни. И редакторы самостоятельно объединили их в один цикл, который называется «Лебединая песня», то есть «Прощальная песня». И песни эти в большинстве своем носят очень мрачный характер, и они отражают как раз то одиночество, которое композитор вообще испытывал по жизни, и особенно тяжело и горько, остро переживал в конце своей жизни. Так вот, две песни, которые будут называться «Приют» и «Город», я просто хотела бы прочитать слова, которые, собственно, они должны звучать во время исполнения этой песни, но в обработке Ференца Листа это, естественно, словесная часть отсутствует. Итак, «Приют». Горный поток, чаще лесов, голые скалы — мой приют. Как там кипучие волны идут, тайно и горько так слезы бегут. Как там деревья шумят в вышине, так сердце бьется, трепещет во мне. Как скалы там неподвижно стоят, душу все те же муки томят. Горный поток, чаще лесов, голые скалы — мой приют. И вторая песня «Город» на стихи Грина. Вдали на горизонте встает, как туман ночной, давно знакомый город, одетый сизой мглой. Сырой холодный ветер летит навстречу мне и плещет печальные весла по мутной седой волне. И вдруг нависшие тучи яркий луч солнца прорвал и озарил тот город, где я ее потерял. Итак, «Приют» и «Город».